Приветствую всех на канале Салават Юнайтед. Мы продолжаем проходить франшизу за Нью-Йорк Джетс. Уже половина сезона позади практически. И у нас новые очки скаута. Мы можем посмотреть еще каких-то игроков. Возможно, кого-то, может быть, даже приметим себе для драфта. 177 поинтов мы имеем. Нам вот фри сейфити не помешал бы. Воу. Ну, такое. Такое, средненько. Начало было неплохое, но в итоге что-то очень слабенько вышло. Так, ладно, корнербеки мы уже посмотрели. Ну ладно, вот в общем есть еще зональный корнербек. Слабенько. Очень слабенько. Очень слабенько. Да. Печальненько. Очень печальненько на самом деле. Ну, у нас не так много осталось на самом деле поинтов. Да и, в принципе, на самом деле смотреть уже больше некого. Ладно. Все, очки закончились, а мы идем играть следующую игру. У нас следующая игра против Atlanta Falcons на MetLife Stadium. Это еще одна из... Ой, у нас, кстати, упал оверал команд, был 80, стал 79. Одна из сильнейших команд на самом деле в лиге, Falcons, во главе с Мэттом Райаном, с Хулио Джонсом. Ну, в прошлый раз, когда мы встречались с одним из лучших ресиверов лиги, это был Одель Бекхэм, мы получили от него довольно знатную плюху, но, правда, это было всего лишь в предсезонке. Сейчас вот мы встретимся уже в сезоне с еще одним из лучших ресиверов лиги. Это Хулио Джонс. Посмотрим. Ну, не только Хулио Джонс, но еще и один из лучших квотербеков лиги, опять же, Мэтт Райан. Если у Бекхэма в напарниках был не самый лучший квотербек, хотя и неплохой, то здесь будет тандем одних из лучших игроков лиги. Посмотрим, посмотрим. Falcons два раза умудрились кому-то проиграть, поэтому я думаю, у нас есть шансы. А Нью-Йорк Джетсу обязательно нужно выигрывать. Нужно кровь бизнесом добывать победы. Потому что все пока очень плохо у Нью-Йорк Джетс. Нужно постараться. Нужно постараться. Хулио Джонс, Сану, Гэбриэл. Да, еще и раннинг бэк, один из самых топовых в лиге. Фриман. Безусловно, куда уж без него-то, куда уж без него. Очень сильная команда, конечно. Хорош, сек. Уильямс. Три восемь, да, у нас. Ну, сек, еще. Хорош Уилкерсон. Неплохо. Мэтт Райан два сека подряд ловит. И вынуждены будут пробить пант. Вынуждены будут пробить пант. Вот такое вот начало для Атланты. Не очень удачное. Хорош. Good...
новенький квотербек выходит на поле. В прошлой игре он особо себя ничем не проявил. Мерлон Мак, красава. Так, что, давайте в пас. Кстати, да, за кадром была новость. За кадром была новость. Шустер, что творит этот... Что творит этот парень? О, как он охеренно устоял на ногах, еще пару ярдов после этого набрал. Была новость о том, что... как сказать там, вернулся Эдди Ройль, один из ресиверов команды, который получил травму, прямо, по-моему, в предсезонке, и выбыл надолго, на 6 недель он выбывал, да. И вот, в общем, Махоумс. Так, попробуем ран. Так вот, Ройль, ты вернулся. Нет, ран мы не будем пробовать. Давай сейчас быстренько перестроимся. Перестроимся по-быстрому. Хорош, Андерсон. На приеме тачдаун. Шестой тачдаун в сезоне. Ничего себе. Неплохо. Ну, пока все идет хорошо. Семь ноль. Робби Андерсону надо еще 6 приемов сделать на тачдаун, чтобы получить определенное количество опытов. Так, главное, это сейчас не главное. Нам сейчас надо справиться с атакой Falcons в очередной раз. Мэтт Райан, опасен. Хулио Джонс тоже. Фриман, безусловно. Воу. Вот вам и Фриман. Жестко на самом деле. Он увернулся, прям ушел из рук Девонта Фриман. Тачдаун один имеет в своем активе за весь сезон. Довольно слабенько для него. Довольно слабенько. Но, блин... Ладно. Воу-воу-воу-воу-воу! Нет! Томпсон! Хулио Джонс! Вау, перехват! Отлично! Вау, Демарио Дэвис! Вот это был неудачный, конечно, сейчас прием. Неудачная передача была на Хулио Джонса. Тот не смог выловить эту передачу. Ему помешал наш защитник. И, блин, как же хорошо подхватил... кто это? Демариус Джонс? Или кто там? Я уж не помню, блядь. Ну, Дэвис. Демариус Дэвис. Точно. Take the field.
Отлично. Неплохо пока все развивается для нас. Ай-яй-яй. Ну, такое. Пару ярдов буквально набираем. Ну, ладно. Тоже неплохо, на самом деле. Постепенно двигаться. По чуть-чуть. Тоже хорошо. Так, ну что мы можем исполнить? ФБ Dive Strong. Давайте попробуем. Нет, не попробуем. Мы сейчас сыграем на Андерсона, попробуем. Или нет? Да! Нет! Ах, фак! Как же в последний момент-то он... Ладно, это моя ошибка, конечно. Это, конечно, моя ошибка. Блин, ну... Да зачем же, блин, я стремлюсь-то к этому, блядь? Надо же... Ладно. Сам тороплюсь, сам придумываю херню. Ну, блин, нервы, нервы. Нам нужны победы. Я пытаюсь выиграть у Falcons, блядь. Это очень сложная задача. Флаг. Не знаю, не видел у кого. Holding offense. Конечно, безусловно. Отлично. Holding offense. Отлично. Правда, у них первая попытка остается. Блин, надо было, наверное, вторую попытку брать. Там было 2-12. Ну ладно, лоханулся. Чё. Ну как лоханулся? В принципе, 1-20 тоже, блядь, не сахар на самом деле. Райли! Совершает второй перехват! Хо-хо-хо! Вот это развитие событий в игре происходит. Перехваты на перехватах просто, блядь. Вот это обмен любезностями. Замечательно. Просто замечательно. Не упали духом после потери. Так, ладно. Не знаю, что у нас сейчас получится из этого. Куда, кому, чего? Оу, да как же? Я думал, перехват будет. На самом деле, я хотел в аут выкинуть мячик, ну, типа, чтобы сделать инкомплит обычный самый. Но у меня игрок, видимо, не смог это сделать. Нет такого перка у него, надо покупать ему этот перк. И вот в итоге... В итоге вот такая вот неудачная передачка была. Ну ладно, она вроде все обошлось. Андерсон на приеме. Показалось, выронил. Нет, все хорошо. Махоун. Хорошую передачу выдал. Давайте попробуем. А, времени хватит. Ну ладно, Марлон Мак в следующем. В следующей четверти попробует сделать забег. Мы сейчас попробуем тос сделать на самом деле. Давно тосов не делал. Так, нет. Вот, тосы у нас. Давай попробуем. Тос. Марлон Мак. Получится, не получится. Не знаю, что выйдет из этого. Блоки. Главное, блоки. Ай, ай, в коробочку его сломали. Ладно, нормально. Потеря ярда. Ничего страшного. Так, давайте... Давайте еще раз попробуем. Да, Марлон. Ну ладно, пару ярдов набрал. 3-9. У нас есть шанс еще на пассовую комбинацию. А потом, если что, пробьем. Филд гол пробьем потом, если что. Нунва выловил тачдаун. Хорош. 14-0. Нью-Йорк Джетс. Неплохо пока. Неплохо. He'll kick this one away. This one taken from the seventh.
С трудом уложили его на газон. Так, ладно. Я думаю, они будут, блин... Даже не знаю, наверное, сейчас будут играть дальними передачками в основном. Все-таки такие ресиверы и такой квотербек. Я не знаю, почему они ранами. Ну, Фриман тоже, конечно, хорош, безусловно. Но надо быть аккуратным. И воу-воу-воу! Фриман чуть не продрался. Прям вот на спине у него висел Уильямс. Но смог он его сбросить. 5 ярдов набирает Фриман. 5 ярдов набирает Фриман. Да, я видел этот... я видел этот маршрут, я видел этот ран. Но не смог ничего сделать. Хулио Джонс на приеме. Первый даун. Отлично. Фриман очередной раз остановлен. Потеря одного ярда. 2-11. Еще раз останавливают Фримана. Тот же Уильямс. Уильямс, блин, конечно, хорошо очень останавливает. Так, 3-11 у нас, да, у нас получается? Ну, давайте попробуем. Уилкерсон. Уилкерсон! Да куда? Что происходит? Уильямсон, ломайте его сек, блядь. Ну это, конечно, пиздец сейчас был полный, на самом деле. Я не знаю, что было с игрой, но, блядь, это повезло. Это просто чудо, блядь, какое-то, то, что сейчас произошло. Потому что, смотрите, здесь вот я уже вырвался, прыгнул куда-то в жопу, врезался. В итоге Мэтт Райан все стоял, никак не мог решиться выдать передачу. На самом деле, я не знаю, почему. Я не видел, конечно, что там происходило вверху, ближе к редзоне. Я вообще не мог, не смотрел туда. Но, блин, я не знаю, Мэтт Райан, это тот квотербек, который всегда найдет решение. Ну вот, не нашел, словил сек, и в итоге очередной раз Нью-Йорк Джетс не дал даже половину поля пройти Атланте, и начинает свое очередное нападение за 2 минуты до конца первой половины игры. Боша. Неплохо, неплохо. Out of bounds. Так, ладно. Начинается новое нападение Нью-Йорк Джетс. Посмотрим, на что способно будет. Грин на приеме. Красава. Забыли сегодня про Грина. Вот он и напомнил нам о себе. Один из лучших игроков этой команды на данный момент. Марлон Мак набирает немножко ярдов. Неплохо, неплохо. 2-4. Давайте, наверное, еще раз Марлона Мака пустим побегать. А хотя... Андерсона, я не знаю, получится, нет? Нет, не получится, наверное, уже, да? Шустер на приеме. Джуджу Смит. Отлично. Джуджу Смит, Шустер на приеме. Отлично! Андерсон набирает первый даун. Махомс 9 из 11, 119 ярдов. Очень хороший результат пока что. Очень хороший результат. 37 секунд до конца, надо не забыть про это время. That makes
Шустер на приеме, но неудачно, немножко неудачно было все это исполнено, конечно. Так, ладно, время надо остановить. У нас есть еще попытки. Если что, пробьем футгол. Но хотелось бы, конечно, тачдаун формить очередной. Очередной тачдаун! Фу! Я лоханулся. Это моя ошибка. Это моя ошибка, но ладно. Бывает, что теперь поделать. На приеме! Отлично! Ох, жестко, 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 жестко. Как нам быть-то сейчас? Не знаю, 12 секунд, конечно. У нас есть еще один тайм-аут. Но хотелось бы взять хоть какие-то очки. Грин. Най, ладно. Все, не будем рисковать. Возьмем 3 очка. Ладно, 3 очка берем. Нью-Йорк Джетс на MetLife Stadium. Пока что просто уничтожает Атланту по всем показателям. Фомбол! Но нам это бы все равно не помогло, хоть и мячик и остался у Атланты. Даже если бы это был наш мяч, нам бы это не помогло, потому что время уже закончилось, и мы начинаем очередную свою атаку уже во второй половине игры. Стюарт. На возврате. Немножко. Неплохо. Неплохо. Нормальный возврат. Больше среднего. 23 ярда вернули. В итоге там 30 с лишним ярдов у нас будет. Нормально. Это хороший результат. Давайте слип-скрин попробуем. Давайте попробуем слип-скрин. Сыграем на Марлона Мака. Ну или может быть... Может быть получится что-нибудь. Блоки, блоки, блоки. Хорош, Марлон Мак первый даун набирает. Красава. Это хорошо. Марлон Мак на приеме. Ну, набирает ярда 3. Нет, один всего ярд набирает. Ужасно. Я думаю, больше. Ну ладно. Да, фак! Повезло, конечно, что это не перехват, но ладно, нормально. Живем еще пока что, живем. Что можно попробовать? Давайте play action, может быть, нет. Давайте, ладно, попробуем play action. Может быть, получится. Да, это я лоханулся. Надо было на Шустера играть. Блин, ладно. 4-9. Мы будем играть пант, естественно же. Не будем рисковать. Нам нужны очки, нам нужны победы. Нельзя рисковать лишними тачдаунами. Можем ли мы в очередной раз остановить Атланту? Это будет пасовая комбинация явно, наверное. Нет, это ран. В итоге опять Уильямс. Нет, не Уильямс, это уже... А, это другой Уильямс. Останавливает Фримана. 2 ярда всего лишь дает ему набрать. Опять ран. Ну и вновь Уильямс. Все тот же Уильямс, 92 номер, останавливает Примана. 3-5. 3-5.
3 и 5. Пивот был только что. Ой-ой-ой! Не удержал мячик в руках. Кто это был? Это был Хупер. О, как не, как грубо только что. Он только что оттолкнул нашего защитника Райля. Вот так вот. Недоволен он собой, видимо, был Хупер. Настолько, что всю злость хотел выместить на соперника. Воу-воу-воу, Стюарт, что творит этот человечище? Неплохо. Кучу ярдов набирает Стюарт, молодец. 23 ярда возврата после панта. Ну, протолкнул хорошо, конечно. Грин. Нормально. На приеме грин. Третий прием его в этой игре. 26 ярдов человек набрал за все это время. Блин, давайте попробуем все-таки еще раз play action. Попробуем сыграть сейчас на том, что Falcons от нас особо дальних передачек не ждут. Но кто же знает? Кто же знает, да? Так, нет, туда уже не пойдет. Туда уже не пойдет. Ай-яй-яй, сэк. Ладно, 3-11. Вау, Нунвак просочился и убегает на тачдаун. Атланта Фалконс просто сегодня кушает землю. Как это было хорошо. Квинси, Нунва. Ну и, конечно, замечательный пас нашего нового молодого квотербека. Красава. Ну, я думаю, что это победа должна быть. Мы не должны упускать уже эту игру. 24-0. Атланта Фалконс просто, наверное, в недоумении. Зато вот Кливленду проиграли в прошлой игре. Ну, и Майами Долфинс, и Кливленду проиграли, блядь. А вот Атланту Фалконс выносим на ура. Ну, я не понимаю. Ну, вот такая вот команда. Надо еще один тачдаун сделать за Махоума, чтобы тот получил опыта. Чтобы тот получил много опыта, и мы могли его хоть чуть-чуть прокачать, мало ли. Так, ладно. Что у нас? Ладно. Очередной раз Фриман остановлен. Фриман за 7 рашей 22 ярда всего набрал. Это очень плохой показатель. Я не понимаю, почему они пытаются все рашить. Что не так? У вас есть Хулио Джонс, у вас есть Сану. Почему? Почему так? Есть Мэтт Райан. Я не знаю, я бы раном вообще не играл бы, если у меня были бы такой... Бля-бля-бля-бля-бля. Вот и пас на Хулио Джонса. Вот вам и Мэтт Райан. 2,6 Мэтт Райан. 21 ярд, 2 перехвата. В этой игре оформляет этот молодой человек. 3-9. Ну нет же! Ну нет, это он выкинул. Это флаг, это вроде флаг в офенсе. Далеко выкинул мячик. Да, безусловно. 4-13, да, 4-13. Они будут еще... Они не могут пройти даже половину поля. Ни разу еще Falcons не перешли половину поля за 3 четверти. Вот так вот. Вот такая вот игра. Вот так вот вам Нью-Йорк Джетс. Надеюсь, это новый Нью-Йорк Джетс, обновленный, который сыгрался и... будет теперь всегда так играть. With one touchdown pass thus far.
Ой-ой-ой! Повезло, повезло. На самом деле я случайно нажал. Блин, я вообще не хотел туда отдавать. А, ладно, ничего страшного. Очень сильно повезло нам сейчас. Все хорошо. Не было перехвата. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сэк. 3-10. Ладно. 3-10 это не самое печальное. Еще есть еще попытки, еще есть время. Давайте. Шустер и Нунва. Кто-то из вас нет? Да! Шустер, ну как? О, май гад. Не, ну это надо было ловить на самом деле. Здесь уже Шустер, конечно, подвел меня. А давайте рискнем. Че, мы ничего не теряем все равно. Давайте рискнем. Давайте рискнем. Только, блядь, я даже не знаю. Давайте рискнем. 4-10. Вот так вот, Андерсон на приеме. Продолжаем двигаться дальше. Фух. Нунва! Блин, ну... Так, ладно, мы переходим тем временем в четвертую четверть. Попробуем, да, как я и планировал. Пища, сделаем тос, попробуем. Попробуем ХБ тос. Ай, ну блоков нету, блоков. Марлон Мак 17 ярдов всего набирает. Ну, один ярд потеряли. Так, давайте шотган пас. Попробуем фейк скрин. Может быть, купятся они на это, и мы на Андерсона дадим передачу. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, не получилось. Ладно, попытка не пытка, как говорится. У нас есть еще целый шанс. Мы, если что, возьмем 3 очка потом. Но я надеюсь, что... Вот он, Андерсон. Ху-ху-ху, очередной тачдаун. Еее. Второй тачдаун уже у Андерсона. В этой игре Махом свои 6 тачдаунов делает, выполняет сезонную задачку. Тридцать один ноль. Вот такая вот игра получается у нас. Ну, Габриэль остановили, много не ретурнул. Хьюстон, 5 поражений, 1 победа. Это ужасно. Ну, Хьюстон... Это не та команда, которая должна такой результат иметь на самом деле. Фейк. И сек. Вот так вот, Мартин. Оформляет сек. 4 сека в этой игре уже было. 4 сека. Еще один, давай еще! Нет сека, но есть классная передача на перехват Томпсону. Томпсон на перехвате. Ху-ху-ху. Вот вам и Мэтт Райан.
Дэриан Томпсон оформляет свою недельную задачу, делает перехват. Давайте попробуем. Давайте play action. Давайте play action какой-нибудь. Давайте, вот, попробуем. Ох, ответный перехват, Аллен. Ну, это уже, походу, дело... Блин, Махомс, сука. Ладно, тачдаун. Ну, блин, здесь, конечно... Тикс-икс. Ладно, обидно. Обидно, конечно, но что поделать. Ладно, это нам особо погоды не делает. Статистику только Махому портит, конечно. Но ладно, что поделать. Бывает. Лос-Анджелес... Почему? Почему Лос-Анджелес выиграл у Нью-Йорк-Ингланд? А, он еще не выиграл, там еще есть время. Но я думаю, блин, они уже выиграли. Это почему? Это на самом деле интересно. Отлично. О, у нас замена. Карпентер получил травму. Карпентер получил травму. Coaches tell us, well, when you score on special teams, 93% of the time you win the game. I'm still waiting to see that number is empirical. Ай, но это incomplete. Это нет, это sack. Как? Это был incomplete. О мой бог. Ладно. 2-18. Блин, ну это жестко. Это был incomplete на самом деле. Был уже показ паса. Я уже пасовал. Ну... Сефериан на приеме. Да, Сефериан на приеме, молодец. 3-5, попробуем раном добить 5 ярдов. Но вряд ли, конечно, получится. Марлон Мак. Как это не получится? Марлон Мак, отлично. Гораздо лучше, чем Мэтт Форд выступает. Намного лучше. Ай-яй-яй-яй-яй, я видел на самом деле этот перехват, блядь, я видел его и все равно кинул. Блин, ну, ладно, это моя вина, безусловно, моя вина. Ладно, ничего страшного. На ошибках учатся, правда, это, видимо, не про меня, ладно, ясно. Фримана в очередной раз запускают внутрь. Тот набирает 7 ярдов. Очень хороший результат. Но сейчас, видимо, будет дальняя передачка, скорее всего, да? Да. Да. Габриэль вылавливает ее. 3-8, Райан. Всего 8 пасов за всю игру отдал Райан. Боже мой. Из них всего 3 точно. Как? Как это вообще работает? Алло, ребята. Две минуты остается до конца матча. Безусловно, у Атланты уже никаких шансов нету. Лос-Анджелес, да, выигрывает. Выигрывает Нью-Ингланд. Чарджерс. Лос-Анджелес Чарджерс выигрывает Кливленд. Бля, ну... Это аут. Это аут. Ну это вообще неудачная передача. Что с Мэттом Райаном творится? 3-10. Просто 3 перехвата, 3 точных паса из 10 попыток. Мэтт Райан.
Это вот вам и один из лучших квотербеков лиги. Второй, наверное, квотербек в лиге после, естественно... Нет! Клейборн, красава. После, естественно, Тома Брэди. Ну, на третьем месте, наверное, Бриз. Бриз тоже, кстати, проигрывает там Чикаго, я смотрю, 17-14. И не сильно пока что-то это помогает, то, что он один из лучших... Ой-ой-ой-ой-ой. Что за хрень? Не добьет же, далеко же, ну. Или добьет? Все от ветра будет зависеть, конечно. Нет, конечно, в никуда. Ну так вот неудачно Атланта до сих пор не может преодолеть половину, не считая того пик-сикса. А мы попробуем Марлона Маку. Нет, не будем пробовать Марлона Маку. Андерсон! Нет, сек. Клейборн. Отправляет сек. Оформляет сек. Андерсон в очередной раз на приеме. Андерсон сегодня, конечно, сделал игру. Сделал игру Андерсон, безусловно. Очередной раз Андерсон на приеме. Ой-ой-ой, мог уйти. Но нет. Хотелось бы, конечно, еще один тачдаун. Хотелось бы лишних ярдов набрать. Марлон Мак набирает немножко ярдов. Лишняя статистика не будет лишней, вот я могу так сказать. Поэтому хотелось бы, конечно. Ну, блять, вот это весь статистика. Труфант! Всю игру не было видно этого молодого человека. И вот вам пик-сикс от Труфанта, пожалуйста. Или нет? Или Махомс? А, блядь, Махомс, что это за прыжок? Ну ладно. Дезмон Труфант. Да ладно. Я думаю, ничего страшного. Фамбол! Блять, жалко. Что не было пик-сикса после фамбла. Ну вот Мэтт Райан. А, в смысле, еще даже время, еще даже одна секунда осталась, ничего себе. Ну мы уже, конечно. Нет, еще у нас будет одна попытка. Я, наверное, попробую Хейл Мэри. Ну, просто так. По приколу. Понятное дело, что, конечно, вряд ли. Ройль вышел после травмы. Давайте на него и сыграем. О, боже, какая неудачно Махомс, конечно, выкинул. 4 тачдауна, 4 перехвата Махомс оформил в этой игре. Но... игра получилась просто наилегчайшая для New York Jets. Отлично, победили одного из лидеров чемпионата. Всем спасибо за просмотр. Приходите в следующие серии. Увидите еще больше интересного. И сезон для New York Jets, как видите, еще не окончен. Все только начинается. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если не подписаны. И болейте за New York Jets. До новых встреч!